Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за приглашение участвовать в конференции. Для меня это большая честь. И также очень приятные воспоминания, потому что 10 лет назад в этом доме состоялась первая конференция, посвященная, я скажу по-французски немножко, да, Альгер де Сужельен Грей-Массу, и вот его 90-летию и переводу на русский язык, семиотики страстей. В соавторстве с Жаком Фонтанием я была его переводчиком. И я очень счастлива, что вот дело перевода, оно продолжается, оно живет, и теперь русский читатель откроет для себя Греймаса, да, писавшего по-литовски. В контексте сегодняшней конференции мой доклад называется «О несовершенстве. Диалог Греймаса и Корсавина». И я хотела бы представить анализ книги Греймаса, французской книги, написанной на французском языке, о несовершенстве, «De l'imperfection». Так она выглядит. Она не была переведена пока еще на русский язык. Я... И на английский тоже. И на литовский тоже нет. Нет, на литовский есть. На литовский есть, на английский, на английский нет. Итак, вот пока эта работа только в начале, я начала перевод на русский язык, и надеюсь, что однажды он выйдет. Эта работа написана была, издана в 1987 году. Как вы видите, даже сам формат этой книги, он достаточно такой нетипичный. Это совсем не столичное, не парижское издательство, это маленький город Перегю, издатель Пьер фон Лак. В общем, личные связи, одна из учениц Греймаса, которая вот там, собственно, живет, и вот ее супруг, вместе они руководят издательством, и это тоже для них был такой долг, дань памяти учителю, дань уважения, это еще прижизненное издание. И вот мне кажется, что эта книга еще пока не нашла, может быть, своего пути даже к французскому читателю. Она очень необычная, атипичная. Часто говорят, что это еще какой-то третий Греймас, и не семиотик, и не мифолог, а какой-то синтез, может быть, разных дисциплин. Это очень трогательная, очень человечная книга, литературоведческий анализ многих текстов, и в то же время какое-то духовное, может быть, наставление, завещание, вот такой последний Греймас. И мне показалось интересным, говоря об этой книге, провести впервые, в общем-то, проводится такая параллель между Греймасом и его русским учителем Корсавиным, который преподавал в 30-е годы в Каунасском университете. Еще хочу сказать, что ну вот мне выпала, можно сказать, такая удача и честь быть учеником и представителем Парижско-Лиможской школы, которую Греймас создал. Это и многолетний, как здесь было сказано, семиотический семинар в Париже, это и существующий в Лиможе семиотический центр, в котором я писала мою диссертацию вот под руководством Жака Фонтане, соавтора книги «Семиотики страстей». И вот ученики Греймаса, живущие во Франции и также в других странах, они входят в такую ассоциацию французской семиотики, которая в этом году проводит Всемирный конгресс, посвященный памяти вот Греймаса, в конце мая в ЮНЕСКО. И в ходе этого конгресса будет сейчас это в работе, показан такой небольшой документальный фильм, где эти ученики, это Эрман Парет из Бельгии, это Алессандро Сина из Италии, это Пьер Луиджи Басса из Италии, Жак Фонтане из Франции, Иван Даро из Франции, Кястутис Настопка. Многие из них, они обращают внимание как раз на эту книгу о несовершенстве. В частности, Эрман Парет, он цитирует последние слова этой книги, это слова Гёте, как считается, это были его последние слова перед уходом, «Больше света». Лиц. И они говорят, нужно обратить внимание на этот текст, он еще пока недостаточно изучен. Итак, данная литературоведческая работа написана на французском языке и стоит особняком в наследии ученого. Если мы возьмем его классические книги «Структурная семантика», «Семиотика страстей», «О смысле», то это, естественно, семиотическая теория, семиотический квадрат, октанты, пассионарные роли на примере скупости и ревности. Здесь же, в книге о несовершенстве,
Теория уступает место практическому, как я говорю, неравнодушному человеческому анализу. На основе художественных текстов Итало Кальвино, Мишеля Турнье, Хулио Кортасара, Дзюнитьера Танизаки и других Гримас предлагает семиотический подход к чувственному опыту, к мифологическому словарю. Нашей задачей было рассказать о том, как отношения Гримаса и его учителя Льва Корсавина повлияли на создание этой книги. Вчера была процитирована фраза Гримаса, когда он пишет: «Я почти все и вывез из Литвы, в том числе понимание скандинавской и славянской души». Возможно, когда он писал эту фразу, он имел в виду и то впечатление, которое на него произвели лекции крупного ученого из Петербургского университета. Философ Лев Корсавин, брат балерины Тамары Корсавиной и преподаватель Петербургского университета, в ноябре 22 года вместе с группой из 45 деятелей науки и культуры Бердяев, Франк, Ильин, Лоский, Булгаков, Трубецкой был выслан из СССР. В Берлине избран товарищем председателя бюро Русского академического союза, сотрудник Русского научного института. С 1926 года в Кламаре под Парижем возглавил евразийский семинар, был членом редколлегии и автором газеты «Евразия». В 1927 году он не принял предложение Святополка Мерского преподавать в Оксфорде, но принял приглашение на кафедру всеобщей истории Литовского университета. Он считал, что так он будет ближе к своей родине. С 28 по 40 годы преподавал с 29 на литовском языке в Литовском университете в Каунасе, а с 30 года университет Витаутас Великого и с переводом университета в Вильнюс в Вильнюсском университете. Короткое время работал в художественном музее. В 1944 году был отстранен от преподавания в университете, в 49-м уволен из художественного театра, из художественного института, арестован, обвинен в участии в евразийском движении, приговорен к 10 годам лагерей, умер в заключении в поселке Абязь в 1952 году. Помимо работ на русском языке, Корсавин опубликовал на литовском «Теорию истории», фундаментальное пятитомное исследование истории европейской культуры. Что интересно, в годы лагеря, в последние годы его жизни, был такой удивительный всплеск его творчества, духовного творчества, потому что он написал большое количество эссе, причем большое количество эссе по-литовски. В том числе это небольшое исследование о совершенстве. Все эти работы стали появляться в печати только в 1980-х годах. На французском языке существует перевод корсавинской поэмы о смерти. Он вышел в издательстве «Ляж Дом». И также в 1996 году вышел специальный номер журнала «Этюд Слава», посвященный Корсавину, с цитатами из работы о совершенстве. Но полного перевода работы Корсавина о совершенстве на французском языке пока нет. В 1991 году в специальном номере газеты «Согласие», она вышла в Вильнюсе на русском языке, и версия статьи на литовском также вышла в тот же период. Итак, в этом специальном номере, посвященном Корсавину, Гримас публикует статью под названием «Предчувствие совершенства. Актуальность Корсавина». И он пишет о том, что для Корсавина даже само несовершенство – это неизбежное средство, ведущее к цели, совершенству, а предчувствие совершенства – уже первый шаг в мир ценностей. Перевод этой статьи на французский язык я представлю вот на конгрессе Ассоциации французской семиотики через несколько недель. Гримас открывает для себя работу Корсавина о совершенстве незадолго до того, опубликованную в Литве, по-литовски, и это становится поводом вспомнить годы юности в университете, вспомнить занятия своего учителя, повлиявшего во многом на выбор его карьеры и на интерес к средневековью. Цитирую Гримаса. «Трес фатьюн коллегиум промолвил, как в достопамятные времена средневековья Корсавин, бросив взгляд на двух пришедших послушать его студиозов, после чего сел и начал лекцию. А мне хочется, чтобы мы сейчас втроем, Корсавин, я и ты, любезный читатель, присели и по-приятельски поговорили о человеке и о жизни. Я был тогда молодым и глупым,
Интересовался всем, только не правом, которое подвязался изучать. Случайно попав в Корсавину, я был пленен его прекрасной культурной речью. Мне и в голову не приходило, что по-литовски можно так изящно говорить о разумных предметах. Я был пленен, почти ничего в том не понимая, красотой излагаемых им идей. Как бы нечаянно я влюбился в Средневековье, а позже стал чем-то вроде медиевиста. Таня Гримас делает признание своему читателю. Как и его учитель, он размышлял о проблеме совершенства и несовершенства и написал книгу о несовершенстве, которую сам рассматривает как нечто вроде духовного наставления потомкам. И удивительным образом книга выходит в тот же период, когда вновь начинают публиковаться и становятся известными европейскому читателю работы Корсавина. Цитирую Гримаса. «И вот, наипоследнейшая потрясающая случайность. Задумав спеть коротким текстом свою лебединую песню и назвав ее о несовершенстве, я затем был приятно удивлен, узнав о недавно найденном последнем сочинении Корсавина под названием «О совершенстве». Разумеется, я и Корсавин – несоизмеримые величины. Мне бы и в голову не пришло сравнивать себя с таким мыслителем, каким был Лев Корсавин. Однако, воспользовавшись им самим превозносимым правом на оппозиции, осмелюсь предположить, что уж если не подходы и результаты, то, по крайней мере, намерения наши могли быть схожи. В самом деле, тогда как я, завязанный в болоте несовершенства, могу лишь грезить о недостижимом совершенном бытии, для Корсавина даже самое несовершенство – это неизбежное средство, ведущее к цели, к совершенству. Книга о несовершенстве – оригинальный диалог с концепцией Корсавина, разговор двух ученых через расстояние и десятилетия, в котором Гримас выступает не только как лингвист-семиотик, мифолог, структуралист, но и как поэт и философ. Он пишет: «В 30 страниц уложить всю философию, прочертив для себя через всю историю философии узкую и скользкую тропу между мистицизмом и рационализмом, охарактеризовать жизнь в интонациях близких Киркегору и Унамуна болезненным ничего не деланием, отбросив традиционную христианскую теологию, предложить уже не теологию спасения человека, а теологию его обожения. Совершенство есть полнота и всеобщность всего, что было, есть и будет. Всеобщность бытия, начинает Корсавин. Утверждение существования бытия таким образом дополняется свойствованиями абстрактного пространства, трансцендентного времени. Кажется, достаточно всю эту суперпозицию концептов украсить этикеткой Бога, и проблема совершенства будет совершенно разрешена». Говоря о статье Корсавина, которую Гримас прочитал по-литовски, интересно также, мне кажется, привести мнение переводчицы с литовского на русский. «Язык этой статьи, — пишет переводчица, — еще раз подтверждает, что бытие отождествляется со словом. Статья ясная, прозрачная, напряженная. Много терминов русского дискурса, так что перевод очень похож на реконструкцию текста, но пишет русскоязычный человек на рафинированном литературном литовском языке. Такого литовского языка, на котором писал Корсавин, в сущности не было. Литовский язык его времени еще не готов к научной мысли, тем более столь сложной. А у Корсавина каждое слово на своем месте. При переводе даже перестановка слов не нужна, настолько все четко. Все же язык интеллекта общечеловеческий». Вернемся к анализу Гримаса. Он тонко подмечает одну из главных проблем корсавинского эссе – это образ «я». Отношение субъекта и объекта, человека и мира отбрасывать не только крайнюю разъединенность, но и мистическое слияние субъекта с внешним миром. В актуальных формулах ставить вопрос не субъективного и объективного бытия, а субъективизации или объективации явлений. Корсавин ясно показывает свою озабоченность проблемами индивидуации, конструкции самотождественности общества и индивида. Это анализ Гримаса. Теперь оригинал Корсавина. Представляя свое «я», мы его стабилизируем и ограничиваем, считаем его постоянной величиной. Многие еще наивно думают, что «я» есть отделенная от самих моментов абсолютно отдельная и неизменная душа. Но, к сожалению,
постоянно убегающая от взгляда разума, ее невозможно постичь и описать. А в действительности наше «я» беспрерывно изменяется, бьется, пульсирует. Тут оно сужается, сжавшись, будто падает вниз, превращается в мелкое, замкнувшееся в себе, заваленное мелкими утилитарными делишками обыденное «я». А там пульсирует, расширяется, возвышается, превращается в «я» своей семьи, нации, даже человечества, мира, в нем только оконкретившееся и себя постигающее. «Я», растворяясь, объединяется с другими моментами этого «я» и превращается в высшее «я», так же, как и наше «я». Заметим, что, анализируя корсавинский текст, Гримас обращает внимание на мифологичность мышления русского философа. Таким образом, он акцентирует близкую ему тему. Соглашаясь спуститься с трансцендентных высот повседневности субъекта, Корсавин совершает свою коперниковскую революцию. Он становится из классического философа мыслящим человеком. То, что он обращается к мифологии в поисках аналогичных моделей мышления, что в этнологии он находит другую логику партиципации, сопричастности, что наряду с дискурсивным мышлением он в равной степени признает интуитивное мышление, все это раскрывает нам образ другого, более живого, более человечного Корсавина, который сознательно отказывается от абстрактной теоретической метафизики. Книга о несовершенстве Гримаса основана на той же идее, что и работа Корсавина. Несовершенство есть неизбежное средство, ведущее цель – совершенству. Работа Гримаса структурирована следующим образом. Главы и подглавы. Значит, основная первая глава называется «Разрыв», «Фактюр». И подглавы – это, собственно, анализ художественных текстов. «Ослепление», анализ текста «Пятница» Мишеля Турне и героя Робинзона, «Гвидзо», герой господин Паламар в произведении «Паламар» Итало Кальвино, «Запах жасмина» Райнер Мария Рильке, ну и «Гдихте», «Цвет темноты» Танидзаки «Похвала тени», «Рука на щеке» Хулио Картасар «Церемонии». Следующая большая глава – «Выходы». В ней анализы Шиллера «Имманентность чувственного», Бальзака и Бодлера «Эстетика исключительного», и последняя подглава – «Ожидание неожиданного» и, собственно, «Заключение». Я бы хотела, разрешите, привести вот пример из такого пока еще рабочего перевода на русский язык, из подглавы «Цвет темноты», анализ текста Дзюнитиро Танизаки «Похвала тени», то есть сам текст японского писателя и то, как его видит Гримас. Танизаки. Не приходилось ли вам, читатель, когда-нибудь видеть цвет темноты при свете свечи? Это совсем не та темнота, что ночные сумерки на дороге. Похоже, что она состоит из мельчайших частиц, как будто из пепла, где каждый элемент таит в себе радугу. Мне показалось, что эти частички пепла вот-вот попадут мне в глаза, и я помимо своей воли зажмурился. Комментарий Гримаса. Так мы лучше понимаем смысл данного обобщенного подхода к объекту. Темнота, возникающая в виде набора частиц, производит черную материю, которая на феноменальном уровне представляется нам как объект эстетический. Как известно, художник получает черный цвет путем смешения на своей палитре примитивных цветов – желтого, синего, красного. Мне также рассказывали, что китайский продавец красок, если у него попросить продать черную тушь, обязательно спросит у вас, какой черный цвет вам нужен – черно-красный или черно-синий? Иными словами, черное – это присутствие, которое прячется в этом цвете. Совершенные сумерки виртуально вскрывают в себе все цвета, всю красоту мира. Это прототипический цвет, поэтому нет ничего удивительного в том, что энергия каждой из частиц черного таит в себе радугу. Объект предстает перед нами как показатель самых сокровенных уголков нашего существования. И еще одна цитата из заключения книги о несовершенстве. «Напрасны попытки подчинить себе нашу повседневность или же бежать от нее. Так становится очевидным желание неожиданного. В то же время так называемые эстетические ценности являются единственно настоящими, ибо только они поднимают нас ввысь. Несовершенство превращается в трамплин, с которого мы устремляемся от незначимости к смыслу. Что же нам остается?
невинность, мечта о возвращении к истокам, к тому моменту, когда человек и мир были единым изначальным целым, или верная надежда, ожидание неповторимого эстетического мига, ослепление, которое не требует, чтобы мы закрыли глаза. Мехлихт. Возвращаясь к тексту Корсавина, в статье «Предчувствие совершенства» Римас в концентрированном варианте представляет свое философское понимание и совершенство, изложенного в самой книге. Настоящее, всевременное состояние человека значительно лучше определяется хотением, чем его ничего не деланием, которое есть состояние неподвижности. По Корсавину истинная проблема человека – не быть или не быть, но хотеть или не хотеть быть, то есть состояние не статического положения, но динамического напряжения. А добавлю как бы вот такую врезку в эту цитату, что здесь Гримас как бы предчувствует развитие семиотики, которое пошло после него, после уже его ухода, потому что возникло такое целое направление в семиотической парижской школе, как семиотика напряжения с работами Клода Зильберберга и соавтора его Жака Фонтания. Итак, динамическое напряжение. Человеку от Бога дано понимание совершенства, потому-то его экзистенция, то полусуществование, когда он и хочет, и недостаточно хочет усовершиться, и есть не что иное, как подлинная бессмыслица, ставшая реальностью. Предчувствие совершенства – первый шаг в мир ценностей. Выбор метафор имеет второстепенное значение. Можно говорить о томлении по сверхчеловеку, о постоянном обожении призванного. Достаточно однажды узреть эти тени ценностей, чтобы они уже могли бы оформить наше бытие. И почему бы нет, чтобы слово стало плотью? Это последние слова статьи. Я бы хотела добавить, что она была написана Гримасом в его резиденции во Франции, резиденции Ля Шоссе, в марте 1991 года, менее чем за год до его ухода, и через три года после появления в издательстве «Фанлаг» вот этой самой работы о несовершенстве. Иными словами, итоговая, оригинальная и атипичная работа Гримаса, интерес которой в год столетия значительно возрос и во Франции, и в других странах, это фактически полифоничный диалог с его учителем Корсавиным о гуманистических ценностях человеческого бытия. Спасибо. Сколько времени учился на юридическом факультете? В 1934 году, и так вот всюду указано, что в 1934 году учился. А было ли это два семестра, один семестр, или, может быть, это было и с заходом в 1935 год? То есть как долго длилось прямое общение между Гримасом и Корсавиным? Я не могу точно по месяцу сказать, может быть, вот, мой уважаемый коллега Кеостатис настолько... Полтора года, наверное. Полтора года, да. Потому там набирали студентов для поездки во Францию, чтобы переменить ориентацию просветительской системы Литвы от Германии к Франции. И Гримас был среди 300 стипендиатов, которые решили поехать во Францию. Я хотела бы единственное дополнить, что вот когда я готовила этот доклад, и, собственно, вот занималась переводом статьи «Предчувствие совершенства», мне из Литвы Ренталдас Кашпонис, замечательный ученый, музыковед, и человек, который очень много сделал для подготовки выставок о Гримасе, в общем, посвящает ему большую часть своей жизни, он мне прислал копии зачетной книжки Гримаса в Калмыцком университете. Очень интересно, видны оценки, очень хорошие, хорошо учился. И там вот отражено, да, присутствие, да, на семинаре Корсавина, хотя он не был его официальным учеником, то есть это было как дополнение. И что еще интересно, то что там зафиксировано, что курс русского языка он все-таки проходил примерно полтора семестра. Может быть, это было тоже, ну, не одна из основных дисциплин, но тем не менее она присутствовала. В общем, очень интересная такая вот архивная, такие архивные документы. И также я ознакомилась с письмом на имя господина ректора, где он просит выделить ему стипендию и вот отправиться во Францию. То есть как раз такая отправная точка изменения его карьеры. И, конечно, очень интересно было бы
посмотреть, какие именно курсы читал в это время Корсавин. Потому что, помимо вот... Корсавин читал по средневековью. Нет, по средневековью это так, но понимаете, когда он начинает от древнейших тартесийцев и дальше ведет, это другой курс, чем курс католицизм, отдельная книжка, еще в 20-х годах изданная. То есть это здесь было бы интересно посмотреть, вот, как именно идеи этого времени. Потому что я Корсавина менялась, конечно, от курса лекций к курсу лекций, то, о чем вы так замечательно сказали. Еще вопросы, пожалуйста, или соображения. Кто переводчица Корсавина, вот этого трактата последнего? Это была книга, которая была подготовлена нашим российским философом Харужем. Вот, он работал вот с рядом переводчиков. Я обязательно вам тогда скажу, у меня записано отдельно вот имя переводчицы, его именно комментарии. То есть он это приводит как цитату, это в его статье, он приводит ссылку на